Привет, друзья! Это Артемий Троицкий и подкаст «Музыка на свободе», выпуск номер 241. Наши сегодняшние хедлайнеры — это артисты замечательного чикагского независимого лейбла «Drag City». А начнет программу австралийская девушка по имени Тэш Султана. Ну, это вообще история довольно забавная и очень современная. Тэш Султана прославилась в 2016 году, когда записала у себя дома в спальне, bedroom, песню под названием «Джангл», и она стала невероятно популярной во всем мире. Какие-то там чертовы эти десятки миллионов просмотров и так далее. Вот, девушка была, значит, юная, сколько ей тогда был, 21 год, она 95-го года рождения, из города Мельбурна. Вот, ну и, в общем, благодаря Ютьюбу стала глобальной звездой, тут же с ней подписали контракт, вышел у нее первый альбом под названием «Flow State», ну а теперь вышел и второй, называется «Terra Firma». И надо сказать, что, конечно, история такая грустноватая, потому что послушал я этот второй альбом и понял, что, конечно, есть артисты, которым вот всякий продакшн там и так далее, в общем-то, не очень идут. То есть насколько она была обаятельна, когда пела песенки, значит, стоя у микрофона в собственной спальне, вот настолько она стала, скажем, скучновато и предсказуемо, когда взял ее в оборот шоу-бизнес. Тем не менее, есть на альбоме «Terra Firma», называется «Твердая почва». Есть там симпатичные песни, в частности, вот это под названием «Нарезаю круги» — «Crop Circles». Тэш Султана. Тэш Султана из Мельбурна, звезда Ютьюба, и ее второй альбом «Terra Firma».
Следующая группа очень старая. Я, честно говоря, был уверен, что они давным-давно распались, но вот они, по-видимому, распались, но снова собрались. Группа из шведского Остерсунда называется «Ховендровен», и это одна из самых известных фолк-роковых шведских групп. Зажигали когда-то вместе с легендарными этими Хеднингарна, Гармарна и так далее. Записали 8 альбомов в период с 1994 по 2011 год, потом исчезли. И вот сейчас, вот спустя 10 лет, и даже 10 с лишним лет, они появились снова и выпустили свой 9-й альбом. Альбом называется «Тред», и слушаем с него пьеску «Эверсберг». Ховендровен из Швеции, альбом «Тред». Американцы Dirty Projectors, известная бруклинская такая авангардная инди-поп-группа во главе с Дэвидом Лонгстретом, с ним выступает еще как минимум 3 девушки, которые поют и играют на разных инструментах. Кстати, наша русская девушка Ольга Белл тоже одно время сотрудничала с Dirty Projectors. Так вот, этот ансамбль, они записали 9 альбомов, а в 2020-2021 году выпустили 5 EP-шек по 4 трека на каждый. И вот сейчас они вышли отдельным изданием, как бы как альбом, называется просто «Five EPs», и выбрал я с него песенку «There I Said It». Storm they are, pay a last second glance on the way, put it in thistle they are, his dad said it almost dawned on me. Babe on the blouse of another dynamo.
Dirty Projectors, There I Said It, с альбома 5 EPs. Микросюжетец наш сегодняшний посвящен шведской группе Tages. Tages в переводе со шведского значит «дни». Группа, которую часто называли шведскими «Битлз», и, в общем-то, довольно справедливо, потому что, конечно, они копировали «Битлз» очень и очень старательно, и была это в середине 60-х годов бесспорно самая популярная шведская группа в стиле «Биг Бит». Два там главных человека — Данне Ларсон и Томми Блом. И тот, и другой играли на гитарах, соло и ритм, и пели, да. Забыл сказать, что группа из города Гетеборга возникла в 63-м году, распалась в 69-м году. И сейчас вышел сборник, который называется «Go the Complete Singles». Поехали полное собрание синглов, и там действительно где-то там 20, наверное, если не больше, первых и вторых сторон синглов группы Tages. Начнем с песни «I Cry». Это 1964 год. Tages из шведского Гетеборга «Я плачу». Ну, это, конечно, да, это «Битлз» их классического периода, 63-64 год, что-то такое из области «Meet the Beatles» и так далее. Значит, записали, кстати, Tages 5 альбомов в период 65 по 67 год. Вот. Ну и, разумеется, развивались они тоже вместе с «Битлз», и когда «Битлы» вступили в свой психоделический период, Tages последовали смело следом за ними. Это демонстрирует песня, которая тоже была большим хитом под названием «Fantasy Island» — «Остров фантазии».
Stories из Швеции, остров фантазии. Это был сборник Go The Complete Singles. В 69 году Tages распались. Поехали дальше. Virginia Wing. Это довольно известная сейчас, очень такая странная и навороченная британская группа из Манчестера. 10 лет они существуют. Главная там девушка-поэтесса и вокалистка Элис Меринда Ричардс, ну еще два парня-инструменталиста с ней. Четвертый альбом вышел у Virginia Wing, называется Private Life, частная жизнь. Слушаем песню Moon Turn Tides. Whilst you're here, it's important that you don't touch anything. It's all very, very expensive. It's not your party if you have an invite. Walk through the front room to show them you've arrived. Wait for the meeting and ask to give a reason. Race to the start line. Элис Меринда Ричардс и Virginia Wing, их четвертый альбом Private Life. Ну, а теперь про чикагский лейбл Drag City. В 90-м году эта фирма была основана, и два человека по имени Дэн ее заложили, Дэн Корецкий и Дэн Осборн. В отношении репертуара Drag City очень эклектичны, я бы сказал. То есть, ну, достаточно сказать, что их основные артисты, это, скажем, ну, уже давно распавшиеся группы Silver Juice. Это такая американо, такая прифольклоренная. Это известная такая авангардная инди-певица Джоанна Ньюсом. Это Six Organs of Admittance. В общем, довольно разнообразная по стилю артисты, но все такие, все непростые. Начнем с проекта Purple Mountains, «Пурпурные горы». Это последняя песня Дэвида Бермана, в прошлом лидера Silver Juice, а затем, значит, группа его развалилась, и вот он основал эти самые «Пурпурные горы», а вскоре после этого покончил с собой. Так что единственный альбом Purple Mountains, он без названия, вышел практически как некролог Дэвиду Берману. Слушаем с этого альбома песню «Margaritas at the Mall». Коктейли Маргарита в торговом центре. We'll be right back.
Purple Mountains, Дэвид Берман, «Маргариты в торговом центре» с первого и последнего, к сожалению, альбома этой группы. Следующая постоянная, скажем так, клиентка лейбла Drag City — это Хейли Фор. Очень интересная американская певица и симпатичная девушка. Общались мы с ней как-то на одном авангардном фестивале. Ее основной проект называется «Circuit des Eaux», и мы слушали, ну, как минимум два ее альбома в этой ипостаси. Но вот она, помимо экспериментального этого своего творчества, затеяла еще и такую более доступную, скажем, электропоп-группу, наверное, которая называется «Джеки Лин». И вот в качестве «Джеки Лин» с несколькими еще музыкантами записала уже второй свой альбом. Этот альбом называется «Жаклин», и слушаем с него «Казино Куин». «Королева казино» в исполнении американского проекта «Джеки Лин» с солисткой Хейли Фор. Следующий наш герой Drag City совсем недавно был и действующим лицом в нашем мини-сюжете. Это Ty Segall. Ty Segall — очень активный разносторонний музыкант,
который, ну, в принципе, считается таким гаражным разнузданным рокером, но совершенно не чужд и музыке электронной, экспериментальной и так далее. В общем, интересный парень. Помимо его различных групп, там, в частности, группы «Фаз», которую мы слушали совсем недавно, у него выходят еще и сольные пластинки, причем их больше всего. Последняя из них уже 13-я по счету, называется «Harmonizer», и мы послушаем с этого альбома песню «Whisper». Learning my name again, a slow fading then, I saw you turning to a Сигл «Шепот» с альбома «Harmonizer», ну, естественно, на лейбле «Drag City», который я сегодня представляю. И, пожалуй, самое интересное, на мой вкус, по крайней мере, из групп, работающих с чикагским лейблом «Drag City», это «Magic Markers». Группа крайне своеобразная, стиль ее вообще описать невозможно, тем более, что на каждом альбоме, в том числе последнем, который называется «2020», присутствуют треки очень-очень разные, противоречивые, я бы даже сказал. То есть, с одной стороны, это какой-то шумовой рок, с другой стороны, это фри-джаз. В общем, интересно.
ни с кем не спутаешь. В группе Magic Markers три человека. Это Элиза Амбросио, гитаристка, вокалистка, автор текстов. Это феноменальный барабанщик по имени Пит Нолан и басист Джон Шоу. Они из штата Коннектикут, и 2020 — это уже их третий альбом для лейбла Drag City. Я выбрал с него трек под названием «Find You Right». Markers из штата Коннектикут, их третий альбом 2020. На этом мы заканчиваем наше короткое знакомство с чикагским рекорд-лейблом Drag City. И переходим к заключительной части нашей программы. Начнет ее итальянец Габриэле Мускулино. Он из города Больцано, это на севере Италии, где-то там Тироль, Альпы и все такое прочее. Был фронтменом группы «Нахт-кафе», два альбома записал с ними. Теперь, значит, дебютирует как сольный артист. Без названия его первый альбом, просто Габриэле Мускулино. И выбрал я с него трек «Il bicchiere del mare», «Стакан моря». Alzo lento la fronte all'ombra delle mura. Vedo nero, mi spia, sbircia la mia via. Passo a passo risalgo piano per la china. La rocca è vicina. I ricordi sbiancano al sole riarso. E il passato e l'amore come acqua al carso. Acqua che non basta. E la sete di vino versami da bere, rosso come
tante voci nella piazza. Le ragazze che ridono e i giocatori al tramonto, l'estate di una festa impazza. Per chi ne resta fuori e la baia si apre sotto la città, il mare appoggia il mento alle scogliere, un millennio che viene, un millennio che va, ma sopra il bicchiere, sopra il bicchiere, e la sete di vino versami da bere. Мускалино из Италии и его дебютный альбом. Мускалино, кстати, не только поет, но и играет на редком греческом инструменте бузуки. Lucy and the Reds — это уже группа из города Лондона. Фамилия Люси Эллис, ну а крысы — это три парня, которые ей аккомпанируют. Играют они гаражный панк, очень веселый. Второй альбом у них вышел, называется «Got Lucky», «Повезло». Слушаем с него песенку «Pinch Myself», «Щипаю себя». Сендерац из Лондона и второй альбом этой гаражной панк-группы «Got Lucky». «Джамбо Агушеви Оркестра», то есть оркестр «Джамбо Агушева», это, наверное, самая популярная сейчас, ну, по крайней мере, экспортная группа из Северной Македонии. Они вообще из маленького городка Стумица, но гастролируют сейчас очень активно по всей Европе, имеют большой успех. Ну, это такой типичный балканский духовой оркестр, но
с некоторым количеством электрических инструментов и всяческими приколами, которые, собственно говоря, и делают их популярными. Второй альбом оркестра Джамбо Агушева называется «Brasses for the Masses», то есть «Духовые для масс». Слушаем песню «Old Bazaar Groove». Грув Старого Базара, оркестр Джамбо Агушева из Северной Македонии, их второй альбом. А вот следующая девушка из Америки, из района Сан-Франциско, дебютантка и очень интересная. Зовут ее Памела Зет, то есть просто Зет. Вот, к сожалению, букву Зет, конечно, абсолютно скомпрометировали сейчас российские войска, но что поделать, думаю, что Памела Зет свой псевдоним выбрала до того, как это произошло. Первый альбом Памелы называется «Echolocation», и слушаем с него песню «Two Black Rubber Raincoats» — «Два черных резиновых плаща». Same case study, same two foreign countries, two black rubber raincoats, two black rubber raincoats. Two copies of the same book, two pictures of the same scene, two people with the same voice, two touch. Two black rubber raincoats.
pictures on the same wall, 2,000 miles away. Two episodes, same thing, to rob a Мелезет из Сан-Франциско, ее дебютный альбом «Эко Локейшн». И завершит нашу сегодняшнюю программу Дэниел Хаксман. Дэниел Хаксман — это, вообще говоря, немец, мой коллега, то есть он радийный диджей, просто диджей, ну, в общем, любитель музыки, но при этом еще и продюсер. И хотя он немец, но полюбил Бразилию. Познакомился с тамошними артистами, проводил в Бразилии много времени, организовал, кстати говоря, там же свою фирму грамзаписи под названием «Man Recordings». И вот вышел у него очередной альбом, отчасти, значит, немецкий электронный, а отчасти и с бразильским участием тоже. Альбом называется «With Love from Berlin», «С любовью из Берлина». И послушаем с него песню «Como será», «Как будет», где Дэниел Хаксман обеспечивает всю инструментальную часть, а поет неизвестная мне, но очень неплохая, по-моему, бразильская певица по имени Лавуазье. Вам всем счастливо. Это был Артемий Троицкий, подкаст «Музыка на свободе», ну и, конечно, «Радио Свобода». Пока. Meu pai já sabia.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире. The time for empty talk is over. Первое. Подорвать легитимность избранного президента США. We will make America great again. Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно. Станет ли 21 век американским? Подтвердит ли американская система свою уникальную способность к эволюции и обеспечит ли она преуспевание общества, как прежде? А также о России в американском контексте в программе «Американские вопросы». Собеседники Юрия Жигалкина в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке, ведущие американские политологи, историки, экономисты. В эфире по пятницам в 20 часов 32 минуты московского времени. Повторы в течение недели.